используют самку шиншиллы и кролика отца. И очень часто такие люди, которые обманывают, они говорят, это шиншилла, а там действительно есть кто-то. Или папа, или мама. В общем, пятая, ты сказала, что это бобер, это нутрия, пятая синтетика. Я засчитаю, действительно, чебурашка, жертва, я засчитаю половину. Это 25 тысяч рублей в твоем банке. Мне понравилось. Это надо так в магазине. Не должна быть. Отгадайте мне, получите шубу из соболя. Нет, давайте поговорим сейчас о красоте, натуральной и искусственной. Вы за что? По возрасту, за пластику, я считаю. Или за старец морщинка? Я считаю, что я должна себе нравиться. Это моя философия. Мои походы к косметологу начались в 14 лет. Я делаю, конечно, уход. Ну, глупо было бы скрывать, если что-то... Потому что фотографии после однозначно видны. Потому что я, например, со своим лицом запоздала. Надо было раньше что все сделала. С маслицем. Это круговая, круговая. Это не кожа тянут туда, по кругу. А как же мышцы ставят на место? А надо было делать. Да, надо делать, если только... А во сколько надо делать? Ну, надо делать так, чтобы не было грани, перехода такого большого. У меня были подруги, которые делали очень рано, на мой взгляд. Да. Вот. Когда вот этот гормональный фон весь идет, то, конечно, лучше не дотягивать. Если ты сподвиг. У меня есть видео, внимание на экран. Вика Цыганова не скрывает. 57 лет выглядеть подтянутой и свежо ей помогла пластика. Вот так певица выглядела на пути своей карьеры. Так нулевые. А это она 3 года назад. Когда Цыганова перестала устраивать отражение в зеркале, она отправилась в Екатеринбург. Именно здесь, по слухам, в последнее время преображаются столичные знаменитости. Мы боролись за лучшие результаты. А сам хер что не сделал? Какой она была, когда она была совсем молодой, а не молодой женщиной. Вика Цыганову поставила пластическому хирургу единственное условие. Обладиться она должна всего за одну операцию и за один наркоз. Поэтому эти операции были проведены операции в области век, это блефаропластика. С вечера, да.